Конкурс «Лидер доверия 2021» стал 15-м по счету в Рязани. Основной состав победителей ежегодно остается неизменным. Все они заслужили доверие у рязанских потребителей. Несмотря на то, что уже второй год является весьма непростым для бизнеса, в Рязани есть компании, которые, однажды подняв свою планку в работе, придерживаются ее годами. В этот раз вновь для выявления победителей проходило определенное тестирование, которое было отработано в течение нескольких лет. Осматривается информация, кто попадает в черный список организаций, то есть те, кто, рекламируя себя надежными, порядочными, на самом деле обманывает людей. И то, что в состав комиссии входят не только общественные представители, но и муниципальные и государственные структуры, мы через это сито пропускаем каждого участника. Не скрою, что и другие организации хотели бы сегодня принимать участие, но по объективным причинам, то есть наличие обоснованных претензий потребителей, им не дало права это делать. Одна из организаций, в очередной раз завоевавшая награду «Лидер доверия», широко известна на рязанском рынке. Генеральный директор компании «Спаркс» Евгений Рыбаков отметил, что подобные награды воодушевляют на дальнейшую качественную работу во благо потребителей. Мы кухни делаем, и я считаю, что, ну, мы считаем, что кухня – это сердце дома, там самые важные встречи проходят, самые теплые, с самыми близкими людьми. И кухня должна быть идеальной. Там должно быть, мы там большую часть времени проводим, когда не спим дома. Поэтому кухня должна быть идеальной, идеально комфортной, идеально подходящей именно для вас. Мы такие стараемся делать. В песне известной российской рок-группы есть фраза «Я люблю кухни за то, что они хранят тайны». А вот представители СМИ их максимально часто стараются раскрыть. И за свою работу наша телекомпания «Город» также получила свою награду на этом мероприятии. Здесь более 30 организаций, хочу сказать, в том числе и представители средств массовой информации, сегодня будут получать дипломы, поскольку особую роль именно играет открытая информация, которую представляете вы, рассказывая, как поступать в различных ситуациях, тематические блоки, в том числе вы делаете тестирование, какие-то критические передачи. Они помогают рязанцам выбрать те организации, которым действительно можно доверять. В ходе тестирования в первую очередь оценивалось наличие претензий к компании со стороны конкурирующих организаций, а также участие фирмы в судебных разбирательствах. Все собравшиеся на этом мероприятии продолжили делиться секретами успеха. Во многом это грамотная работа руководства, а также слаженный и крепкий коллектив. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».